Осень традиционно – время новых театральных сезонов, время творчества и смелых идей, а также время для получения новых знаний. По всему округу открыто множество кружков и секций, где дети, интересно используя, могут провести время, свободное от школы. В их числе и театр, киностудия «Чердак». Накануне там прошел день открытых дверей. Подробности мероприятий в нашем следующем сюжете. Кисти рук. Мы растрясываем их. Кто быстрее меня сделает? Давайте! Ольга Ермолова, педагог театра киностудии «Чердак», актриса с 12-летним стажем, свои мастер-классы проводит весело и легко. Это занятие по мюзиклу. Попробовать себя здесь может любой ребенок от 6 до 12 лет, даже без особой спортивной или гимнастической подготовки. Самое важное – это желание. Всегда. И талант, мы знаем, равно труду. Поэтому абсолютно любой человек, ребенок, который хочет действовать. Ребята пытаются из собственного тела, из собственных чувств сделать вот такие вот этюды актерские. Лера Богданович изображает самолет. Девочка с удовольствием выполняет все задания и вовлечена в процесс. Вообще, Лера – ребенок увлекающийся. В свои 8 лет уже успела и каратэ позаниматься, и участие в создании фильма приняла, и даже в роли модели себя попробовала. Сейчас Лера в новом творческом поиске. Я не знаю, может, я хочу стать телеведущей, я еще не решила. Здесь ты как часто бываешь? Я, не очень часто, но я прихожу сюда и надеюсь, что тут буду заниматься чем-нибудь. А заниматься в театре киностудии «Чердак» детям действительно есть чем. На выбор здесь работают 7 студий – вокал, театр, фольклор, хореография, кино, мультфильмы, ТВ. А чтобы дети и их родители могли лучше познакомиться с каждой дисциплиной, периодически на один день «Чердак» открывает свои двери для всех желающих. Сегодня у нас чудесный праздник, сегодня у нас день открытых дверей. Сегодня наш театр киностудии открыл все свои двери, всех своих студий, творческих мастерских, совершенно бесплатно для всех жителей района и других районов, чтобы ребята и их родители могли прийти, поучаствовать в мастер-классах и выбрать для себя понравившееся направление. Кроме мастер-классов, гостей праздника ждал розыгрыш призов. 3 счастливчика, победителя в лотерее, получили щедрые подарки. Месяц бесплатного посещения любой студии «Чердака». Отлично. Как тебя зовут? Максим, аплодисменты! Писал номер мой сын, причем он не написал имени, а вытащила моя племянница, родная Лерочка. Ну, я или сына на актерское мастерство, или дочку на хореографию. Что-нибудь одно мы подумаем, решим. В этом году «Чердак» открывает новое направление – классическое дефиле. Сегодня на необычном мастер-классе уже побывали первые будущие модели. Вводим понятие «задняя и передняя нога». Задняя у нас всегда опорная получается, да? Как всегда проверим. У нас занятие построено таким образом, что кроме технических навыков, мы еще и говорим с девчонками о красоте, об эстетике. Поэтому это в первую очередь нацелено на развитие личности, эстетического воспитания и уверенности в себе. Любит ваш ребенок петь или танцевать, хочет стать режиссером, актером или просто весело используя провести время, в театре киностудии «Чердак» каждому найдется дисциплина по душе. Остается только сделать выбор. Но если вы пока не можете решить, куда записать своего ребенка, приходите на день открытых дверей. Ближайший пройдет 19 октября в 6 часов вечера. Место встречи, как всегда, Томилинский дворец пионеров. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.